Это новая рубрика на моем канале «Инстасливы». Вот пришел инстаслив на Романа Васильева, стоматолога. Здравствуйте, хочу поделиться своим опытом знакомства с Романом, стоматологом. Он очень близкий друг моего товарища. С Ромой периодически проводили время в одной компании. Он очень надежный и хороший парень, никакой гнильцы. Подстав от него точно не стоит ожидать. Отзывчивый, всегда поможет. Очень жаль, что не победил в шоу. После возвращения домой был немного подавлен. Он и вправду залип на Злате. Надеюсь, инфа будет вам интересной. Творите и радуйте нас новыми видео. Спасибочки. И откуда же эта информация? Одному известному блогеру, тоже обзорчику холостячки, в Инстаграм присылают вот эти сливы. В директ. Жалко, что не мне, конечно. И вот я сделала на этого блогера пародию. Узнаете или нет? Привет, друзья! Безумно рад видеть вас на моем YouTube-канале, где мы 24/7 говорим о музыке, о новостях в шоу-бизнесе, о холостячке, и нас ждут впереди сливы на участника. Сливы! Поставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, на мой телеграм-канал, становитесь частью нашей интернет-семьи. А вы уже догадались, на какого блогера это была пародия? Напишите в комментариях, даже если вы догадались не первой. Мне просто интересно, сколько людей его узнало.